Сегодня в должность губернатора Тульской области вступил Алексей Дюмин. Он одержал победу на выборах 18 сентября, набрав более 84% голосов. Инаугурация прошла в здании дворянского собрания. На ней присутствовал и наш корреспондент Артем Потемин. Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Тульской области Алексея Дюмина прошла в самом центре столицы русского оружия, в здании дворянского собрания. Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, устав Тульской области, законы Тульской области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу. Стоит отметить, что Алексей Дюмин вступил в должность временно исполняющей обязанности губ региона 2 февраля. Всего за полгода удалось завоевать доверие туликов. И действительно, как результат этого доверия на выборах главы региона, прошедших 18 сентября, Алексей Дюмин одержал победу. Благодарил всех туликов, которые исполнили свой гражданский долг 18 сентября, пришли на выборы, проголосовали. Причем неважно за кандидатуру Алексея Дюмина, либо за его соперников. И также избранный губернатор отметил, что он постарается учитывать интересы всех жителей региона. Мой долг – ставить их интересы превыше всего, работать с полной самоотдачей, использовать все силы и возможности для того, чтобы Тульская земля с ее богатой историей, самобытной культурой, с ее мощным экономическим, промышленным потенциалом действительно процветала. Прямые выборы губернатора в Тульской области прошли впервые с 2001 года. До этого в феврале занять пост временно исполняющим обязанности губернатора Алексею Дюмину предложил президент. И это, по словам Дюмина, накладывает на него дополнительную ответственность. Весомая, убедительная победа, а 84% – это весомая победа. Это не только заслуга ваша перед жителем Тульской области, но это прежде всего крепкая поддержка инициатив президентов нашей страны. Я хотел бы поблагодарить жителей Тульской области, что они проголосовали за инициативы нашего президента, что они поддержали нашу страну и Тульскую область. На все сигналы, поступающие от средств массовой информации и от общественности, губернатор сказал, что будет реагировать незамедлительно. Артем Потемин, Илья Налетов, Андрей Юрчук. Вести из Тулы.